Две серебряные узнагороды завоевали витебские атлеты на этапе Кубка света по скачках на батуте, который прошел в Италии. У спаборництвах мужчин другий выник показал Олег Рабцев. У синхронных выступлениях у женщин другое место завоевали Ганна Гончарова и Мария Махаринская. А тем часом подрастающая смена зоркам батута собралась на открытом першинстве в области. В областный центр приехали больше за 100 спортсменов из Могилева и Витебска. Батутисты рыхтовались до першинства Республики Беларусь, которое так само праз два тыдни прыме город над Дзвіной. Якія праграмы падрыхтавалі атлеты да рэспубліканскіх стартаў, ведае і наша здымачная група. У выпусках навін нашай праграмы мы ўжо расказвалі аб паспяховым выступленні зборнай Беларусі на чэмпіянаце і першынстве Еўропы ў Баку. Зараз прыйшоў час сустрэцца з трыумфатарамі спаборніцтваў. І гэта не дарослыя батутысты. Яны ў гэты час выступалі на этапе Кубка свету ў Італіі. Момант славы наступіў для нашых юніёраў, якія проста апанавалі вышэйшую прыступку гонару на турніры ў Азербайджане. З залатымі медалямі ў камандах, індывідуальных і сінхронных скачках на радзіму вярнуліся Александра Сталярова, Екатерина Яршова, Себастьян Танкевич, Андрей Буйлоу и Микита Фоменко. Юные витебские батутисты смогли обойти таких мощных соперников, как команды из России и Португалии, и спыняться на досягнутом не собираются. Я рассчитывала, что буду стоять в призах, но не сильно на первое место, но просто что знала, что на пьедестале. А получилось первое. В конце осени у нас будет первенство мира в Санкт-Петербурге, где надо стараться завоевывать медали. Я буду прыгать индивидуал и синхрон. Будем, наверное, делать новую программу. Тем часом набирала обороты першинство Витебской области по скачках на батуте. Больше за 100 спортсменов у двух узростовых группах у першиню демонстрировали строгим суддям свои новые программы. Для одних батутистов это была махчимость повысить свой спортивный разряд. Для інших споборництв стали этапом подрыхтовки до першинства Беларуси. Цель этих соревнований – просмотр, предварительный просмотр перед первенством Беларуси 2005 года рождения, которые пройдут 10-12 мая в городе Витебске. Также еще один предварительный просмотр перед первенством Беларуси 2006 года рождения и младше, который состоится в городе Вілейка. На этот раз идеально выполнить свои новые программы мало у кого отрымалось. Але час на выправление помылок есть. Як минимум еще на протягу тыдня спортсмены смогут шлифовать свои выступления. Сергей Мисурагин, Станислав Дудин, Новини, Витебск.